В руках сотрудников Ивановского музея камня оказалась уникальная находка – каменный слепок черепа древнего лабиринта Донта. Это предок современных земноводных и пресмыкающихся, похожий на саламандр и тритонов. Жил он около 230 миллионов лет назад. Ценный для музея экспонат обнаружил ивановец Вадим Торопов. Каменный слепок необычной формы был замечен в гравийной насыпи у железной дороги. Окаменевшие останки лабиринта Донтов иногда встречаются в Вичугском районе. Но найденный слепок, по всей вероятности, в Иваново попал вместе с гравием случайно. Чтобы более точно идентифицировать окаменелость, сотрудники музея камня проконсультировались с коллегами из Москвы. С первым взглядом все это идентифицировали действительно как череп лабиринтодонта, слепок с черепа. Вот. И потом уже фотографии мы отправляли в Москву, в палеонтологический музей, палеонтологический институт. И они нам более точно сказали, что это относится либо к таазухам, либо к ангузаврам. Но точно сказать, нужно более подробно изучать эту находку.